Давай, 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 не стесняйся. Очень громко. Да? Ура, Рома Хорку нашел, наконец. Ну, какая штука интересная. Сколько тут всего интересного. Ну, какой ты сильный. А ну давай. Ого! Не может Ромка поднять машину. Ну давай вместе. Ох, подняли машину. Неплохо. А ну давай попробуй. Опа. Есть. Тебя поймали. Поймали еще раз. Поймали три раза. Смотри, какая штука. Я не пойму, Ромчик, как это двигать его. Это увеличивать, наверное, да? Давайте посмотрим. Это ткань какая-то, да? Мешок, мешковина. Какая-то ткань золотая. Монетки. А монетки, да, о! Интересно, монетки. О, смотри, ничего себе. Яна, что ты рисуешь? Да, такое интересное место для рисования. Столбик. И бабочка у тебя такая прикольная. Ого, какие усики. Класс. О, твой скелет, Рома. Смотри. Сосканировала тебя. Ищет поломанную косточку. Ну, как будто бы, да? Как будто бы, да. Вот там. Ого, какая машинка. Это что с ней случилось? Ты будешь колеса менять? Все. Надо залить. Залей, да, масло сюда. Молодец. Омыватель стекла. Все, машинка готова почти. А ну набери номер какой-то. Я же набрала, я уже звоню. И что там слышно? На год отец. Не звонил, только что я набрала вора. Нужно видеть в темноте. Смотри, так в комнату смотришь, там темно, ничего не видно. А в эту штуку смотришь, все видно. Вот что. Какой прибор классный. А теперь посмотрим, как сделаем замок сейфа. Смотри. Видишь, крутишь ручку. Надо, чтобы все совпали, тогда мы сможем замочек открыть. Вот такая штука интересная. Вот эта штучка туда попала, и теперь замок открыли, видишь? И теперь у нас этот открыт. Сейф. Смотрите, здесь денежки. О, сколько там денег, ничего себе. И две каких-то паспорта. Два паспорта. Ну, какие мы взломщики. Мы сейчас с Дианой идем в магазин. Смис называется. Так, а что ты купишь сегодня? Два яблочка. Два яблочка. Ого, целых четыре. Капусту, брокколи, да? Да. Три груши. Отлично. Две капусты. У тебя, наверное, тяжелая уже корзинка очень. Мед. Молоко.